непослушный друг Леня постоянно делает мне дурацкие ловушки. Поэтому я придумал 5 самых смешных способов его затроллить, от которых он точно будет плакать. Как только он выйдет из дома, окажется в необычном мире. Что? Где я? Отлично! Я заранее договорился с полицейским, и сейчас он сыграет свою роль. Уважаемый, вы выглядите очень странно. Чего? Я? Предъявите, пожалуйста, ваши документы. Что? Какие документы? Ну тогда я должен вас задержать. Что? Нет, не надо, нет! Я ничего не нарушал! Это ошибка! Вы отправляетесь в тюрьму на 3 года! Блин! Чё? В смысле, как? Чё делать-то? Сработало. Дело сделано. Что теперь? А теперь он будет пытаться выбраться из этой тюрьмы. Эй, выпустите, гады! Ну-ка, быстро! Ну! Он уже начал. Я не дам ему выбраться. Хорошо, что я не тупой. И у меня есть с собой кирка. Дайте ему выбраться, а потом мы устроим офигенную погоню на полицейских тачках прям за ним. Будет сделано. Хана вам. Выбрался. Меня никто не заметит. Всем постам. Он выбрался. Начинаем погоню. Меня вообще никто никогда не поймает. Чё? Что происходит? Что это? Валим! Далеко он не убежит, потому что я за ним слежу. Чтобы его догнать, я возьму себе бесплатную машину. А для этого я сперва скачал игру Grand RP Mobile на свой телефон. Если что, скачать ее можно по ссылке в описании. Теперь я должен нажать на вот эти 4 точки. Дальше нажать на кнопку промокод и написать здесь свой ник. Владус. Все, жмем на кнопку активировать. Теперь я получу бесплатно привилегию VIP на целых 7 дней. Халявные 30 тысяч игровых денег на баланс и бесплатную машину, которая мне поможет угнаться за нашей шоколадной задницей. Кстати, настало время превратить ее в полицейскую. Ахалай-махалай, тачку в полицейскую превращай. А теперь настало время погони. Бежать нужно. Бежать! Я предлагаю вам тоже затроллить Леню. Для этого нужно всего лишь скачать игру Grand RP Mobile по ссылке в описании. А мне пора садиться в машину и вперед за Леней. Сейчас эта задница получит. Мы его так напугаем с помощью полицейских тачек. Он просто не представляет. Главное, чтобы он никуда не скрылся. Эй, где, блин, Леня? Я что-то понять не могу. Что за фигня? Ребята, давайте разминаемся. Нам нужно отыскать Леню. Ё-моё, капец. Сбежал. Они там. Они уехали, да? Да, едем, и Леню мы не видим, конечно же. Отлично, Ленчика мы засекли. Хорошо, теперь нам нужно немножко приостановиться. Ребята, тормозите. Ну, он там стоит за домом. Все, отлично, ребята. Спасибо вам за подыгровку. Теперь ждите дальнейших указаний. Сейчас мой выход. Мне нужно тихонько подойти и прослушать, что там задумал Леня. А вот и он. Тихо стоим, чтобы он меня не заметил. Что он там делает? О, идея! Я притворюсь местным жителем! А для этого мне нужно устроиться на работу! Он что, придурочный? Стоп! На работу? А если он скроется так, что я его вообще не найду? Так, нужно думать. Давай слушать дальше. Я сейчас заспавню свою тачку и поеду на ней в нужное место. Да, моя малышка! Блин, этого я вообще не учел. Так, мне нужно проследить за тем, куда поедет эта задница. Срочно за ним! Мне нужно сесть скорее в свою тачку! Ё-моё, я могу его упустить! Сейчас Лёня может реально сбежать! Я сейчас доеду до своего секретного места, переоденусь в рабочего и точно сольюсь с местностью! Да, тут меня точно не заметят!
скорее на шахту! Там точно можно скрыться! Открывайте, гады! Следы ведут куда-то сюда! Он наверняка здесь, на шахте! О, смотри, тут стоит какой-то рабочий, сейчас мы у него все спросим! Извините, полиция города! Мне у вас нужно кое-что немножечко уточнить! Да-да, я вас слушаю! Вы тут говорящую шоколадку не видели? Дебильную такую, она еще такая-то, знаете... А, да, видел, вон это! Пошел на ту шахту! На ту шахту, значит? Да, вон его машина! А, его машина, значит. Сейчас он ни за что не узнает свою тачку. Всем здорово! Чё, где тут ваши алмазы? Ого, блин, капец тут у вас интересно вообще. Даже лучше, чем в Майнкрафте шахта. О-о-о, а это чё? Ну-ка. Добыча полезных ископаемых. Нифига себе, тут чё? Можно прям руду вот так вот выкапывать. Обалдеть. Плюс 81 рубль. Ничего себе, дай-ка еще. Раз, раз, два, три, четыре. Отлично, плюс 117 рублей. Я должен зарабатывать больше. Ну, я хочу больше денег. Я стану миллионером. Придурок. Отвали. Оп. Ну, а что он думал? Теперь без колес поездит как-нибудь. А когда он выйдет из шахты, его будет ждать полиция. А я пока что спрячусь в кусты, чтобы за всем этим проследить. Я его сейчас дождусь и арестую. Я понял, как вернуться домой. Мне нужно доехать до секретного места. Чё? Не понял. Мне плохо. Что с моей малышкой случилось? Стоп! А он что здесь делает? Да где же он? Идея! Капитан! Капитан! Там на шахте вор, капитан! Мне плохо! Что? Вор? Да он у меня сейчас вот так вот получит этот вор! Я сейчас его вот так вот... Хана его! Я ему сейчас покажу, где раки зимуют! Ой, капитан, спасите меня! Время начинать! План скам! Поехали! И после всего этого я возьму и... Вот это поворот! Бегом в мою машину! Бегом, 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 бегом! Я знаю секретное место, которое поможет мне выбраться отсюда! И я продолжу троллить Владуса! Этого быть не может просто! Каким образом? Я должен включить все свои скорости и... Что? Не понял, а почему дорога перекрыта? Почему здесь стоят черные тачки? Выходи из машины, живо! Что? Это вы мне? Ну а кому еще? Вышел или я начну стрелять? Стой, спокойно! Ребята, сейчас самое время скачать Grand RP Mobile, потому что я не понимаю, что происходит. По ссылке в описании переходите, скачивайте и мой промокод вводите. Все, я выхожу, выхожу! Ё-моё, да как так-то? Что происходит? Сейчас ты пойдешь со мной, тебе ясно? Я просто не понимаю, дело в... Что? Я что, оказался в тюрьме? Не понял. Лёня! Попался, лошара! Не понял, стоп, в смысле попался, Лёня? Что происходит? Я подкупил этих бандитов! Я вам заплачу миллион долларов, а вы его поймаете, ладно? Будет сделано, босс. Отлично, он скоро приедет. Ах ты, зараза вонючая, Лёнь, я сейчас выйду из-за решетки. Нет, не выйдешь, нет, не выйдешь, нет, не выйдешь. Ребята, прямо сейчас скачайте игру Grand RP Mobile на свой мобильный телефон. Ссылка на нее есть в описании под этим роликом. Да никто не скачает, понял? И помогите мне выбраться из тюрьмы. Заходите в игру. Мы играем на 7-м сервере. Все вы это знаете и все вы помните. И посмотрите следующее видео. А я должен выбраться отсюда. Зараза, Лёня, как так вышло-то, а? Кликай на ролик, смотри. И не забудь подписаться.